Ребят, всех приветствую на канале Андрохакер АПК, и сегодня мы поговорим о таких настройках, которые очень садят вашу батарейку. Ну а перед этим поставьте этому видео лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а мы начинаем. Для этого нужно зайти в настройки и просто-напросто в поиске напишите местоположение. Да-да, местоположение имеет огромный доступ к вашему телефону. Во-первых, оно определяет ваше местоположение, отправляет на сервера, и во-вторых, очень садит быстро батарейку. Если же вы отключите, то многие скажут: так мы же не сможем иметь доступ к Яндексу, к Яндекс.Такси, Google картам и так дальше. Не переживайте, когда вы будете запускать это приложение, оно будет требовать дополнительный доступ и автоматически включаться с вашего разрешения. Но если эта функция включена, то на 2-3 часа ваша батарейка будет меньше держать. Также обратите внимание на пункт геолокация. Геолокация в экстренных ситуациях отключаем. Определение местоположения тоже отключаем. Поиск сетей Wi-Fi, то есть идет постоянный мониторинг ваших сетей, отключаем. Поиск Bluetooth устройств тоже отключаем. После этого батарея действительно будет намного дольше держать. Вы это сможете заметить по пользованию своего телефона. Надеюсь, видео стало вам полезным. Вы поддержите его лайком. А здесь вы найдете кучу полезных и интересных видосов. До скорого, всем пока.